Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как на смартфоне Vivo Y70 разблокировать функции разработчика. Для начала мы переходим в настройки и затем спускаемся в самый-самый низ к пункту о телефоне. Далее снова же спускаемся в самый низ и видим номер сборки. Начинаем нажимать по нему. И далее нас просят ввести пароль или же графический ключ. Мы его, конечно же, вводим. И видим, что мы стали разработчиком. Теперь мы переходим обратно. И здесь мы теперь ищем наши функции разработчика. Они должны были куда-то добавиться. Давайте зайдем в пункт «Система». И видим, что в пункте «Система» у нас появился режим для разработчиков. Заходим сюда и видим здесь кучу разных самых функций, бесполезных, полезных. Сегодня я, конечно же, не буду о них говорить, но если вы хотите, пишите об этом в комментариях, и я, конечно же, сниму видео, там, где я разберу подробно каждую из функций. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!